Повтори, пожалуйста. Юра, повтори. Тебя... Само начало. Саш, я ж не знаю, что. Ну, что ж, не знаю. Когда ты родился, начинается. Зимой. И зачем? Здесь имелось в виду, что есть несколько, видимо, разных теорий, ну, правильного хождения, и, ну, потому что школы-то разные, и с точки зрения йоги, вот, Юра, да, вот, а здесь мы с точки зрения, как вот эта техника называется, повтори, пожалуйста, слова. Прикладная функциональная наука. Прикладная функциональная наука, то есть и там, значит, идет тоже по биомеханике, каждая косточка у нас, если мы помним скелет, то чуть-чуть повернута по спирали, каждая косточка. Поэтому нормальное механическое движение предусматривает все-таки какую-то спираль. Да. Вот, и здесь мы, здесь выставление идет личных спиралей, по тестирование походки личные. Вот, а потом подбираются личные упражнения. Вот здесь вот как раз у меня были совсем другие упражнения, вот, потому что моя спираль была несимметричная и несколько другая. У Юры другая. Нет, это индивидуально для каждого, в зависимости от того, какая походка. Вот там у нас оттестировала три разные походки. Там какая, вот как курочки, одна ножка за другой ножкой, и просто походка. И вот он просто умеет определить, какая нога куда забрасывается, какая нога куда поворачивается. Либо корень, либо бедренные кости какие-то. Где-то может отсутствовать спираль, которая потом может влиять на какие-то другие, более высшие суставы. Ну, вот, компенсирование. Ну да, идет. Вот. И вот техника, делается упражнение, потом это же упражнение, но нога чуть-чуть приводится вперед. Чуть на сантиметр ближе, еще на сантиметр ближе. Вот, интересно. Сначала одна нога впереди, другая сзади, максимально, да? Да, но он работает в том же положении, а потом двигает. Потому что усугубить вот этот поворот, чтобы перевести эмоции. На самом деле любая привычка устанавливается в организме по законам психологии с 21 день. То есть нужно 3 недели. Хотя если у вас есть такая техника, либо такая техника, то есть если сейчас что-то не поворачиваете или там не становится стопы на место, то нужно 3 недели систематически заняться, чтобы у вас это получилось. Это разве что желание будет у тебя работать, делать каждый раз, когда ты встаешь со стула. Или утром, или вечером выбираешь, когда тебе удобно. Перед зеркалом, когда встаешь со стула. Ну это касательно Сергея. Придется носить с собой стул. Только нижних конечностей. Или верхних. Ну, вот ты бы мог показать, допустим, какие-то тесты по верхним конечностям. Ты, то есть, помоги. Здесь были, насколько я понял, были показаны тесты по нижним конечностям, по хождению. Да? Ты, человек проходит три типа прохода разных. Ну, не обязательно, можно больше подобрать. Можно больше. Ну, минимум, допустим, да, какой-то три типа, и исходя из этого, какие-то рекомендации или же упражнения для того, чтобы идет какая-то коррекция. Это мы нижние конечности. Эта система, она разработана также и для верхних конечностей, да, для позвоночника тоже, да. Да? Да. То есть получается конечности и туловище. Да. Ну, ты мог бы как бы показать, допустим, минимальный тест по рукам. Сейчас я же собираюсь уходить. Можно спешить просто. Вот
метафор. Раздразнил и уж ангажировал на следующий раз. Это журнал «Юный техник». Возьмите гранату в правую руку, выдерните кольцо, продолжение в следующем номере. Нет, но для ног этого достаточно. Так ты подумай, мы хотели бы увидеть про руки в следующий раз. Хорошо. Про ноги тоже кто не видел. А у Юры отрабатывалось только одна спираль, одна задание. Ну да, ну у меня, в принципе, когда я шел, то получается левая ножка, да, чуть-чуть забрасывалась. Да, ну чуть-чуть загребала. Ага, загребали, да, это лучше. И тогда уже выставляете, и тогда уже так. Смотрите, это с другой ногой получается, да? Вот это правая, левая. Нужно рассматривать, как она идет, как она должна ходить. Оно где-то теоретически обусловлено в каких-то источниках, где можно предварительно это прочитать. Ну, в общем, да, если искать, то можно в русскоязычных можно найти, есть только англоязычные сайты. Ну, так как оно по-английски звучит? Перевод не прикладная функциональная наука. Да нет, ну не в переводе. Ты же рекомендуешь, говоришь, что есть английский. Практически нету. Литература на эту тему. По-английски, как оно, чтобы искать? Если я буду набирать прикладная функциональная... Ну, может, что-то и выпадет на эту тему. Ты говоришь, что такого нету. Как оно в первоисточнике? А кто ее разработал? Первоисточники, это самое, они не издавали литературу на эту тему. А кто этим занимался? Это кто? Ну, скажем так, оно вышло из этого самого, из Майерса, практически как отдельное направление. Как работать это, то есть двигательные терапевты, как работать для вас, то есть не с телом чисто это самое как телесник, а как работать двигательным терапевтом. Ага. Кто-нибудь идет на баба-терапию в декабре? Баба что? Баба-терапия. Как правильно? Баба-терапия. А это что? Ну, это, в принципе, там у них есть направление. Тоже по движениям. Ну, там восстановление постинсультов. Нет, там просто восстановление движений, потому что они с ДЦП работают с детками. Ну, немножко техники разные идут, инсульты и ДЦП. Разные. Ну, и это ты проходил.